Боже мой, вы совсем не постарели. Поразительно. Думаю, вы уже поняли, что история изменила свой ход. Миром правят русские, а Демичев стал генеральным секретарем. Позвольте показать вам, что случилось после того, как вы вытащили Демичева из пожара. Демичев захотел получить МВП, как только я его изобрел. Он потребовал передать ему устройство для опытов. Когда я отказался, он обвинил меня и всех, кто меня поддерживал, в предательстве. Если бы не вы, нас бы всех тогда расстреляли. Демичев помешался на сингулярности и ее возможностях. Но через несколько месяцев после ее запуска произошла катастрофа. Сингулярность взорвалась, тысячи людей погибли. Им еще повезло. Выживших ждала участь пострашнее, чем смерть. Излучение Е-99 вызвало мутации во всех живых организмах на острове, включая людей. Остров объявили карантинной зоной, но перед этим разработки на Е-99 были запущены в массовое производство. Его применяют везде, от микроволновок и автомобилей до оружия более мощного, чем американские атомные бомбы. На волне успеха Демичев быстро поднялся по партийной лестнице, уверяя, что СССР обладает технологическим превосходством, которое нужно использовать быстро и жестко. Генсек Хрущев согласился. СССР нанес упреждающий удар по Соединенным Штатам, уничтожив все восточное побережье одной бомбой с Е-99. Аналогичные удары были нанесены по Европе. Германия, Франция, Великобритания – все пали под натиском Е-99 в руках советских солдат. Через полгода у ног Хрущева лежал весь мир. Но недолго. Опираясь на армию своих последователей, Демичев сместил Хрущева и назначил себя пожизненным главой партии. История изменился, но его можно исправить. Нам поможет сингулярность. С ее помощью Демичев пришел к власти, а СССР разросся на весь мир. Уничтожьте сингулярность в прошлом, и ход истории изменится. Но уничтожить сингулярность может только предмет равной мощности. Бомба Е-99, мечта Хрущева. Одна из них находится на грузовом корабле, утонувшем в порту во время взрыва сингулярности. Но не будем забегать вперед. Спуститесь на лифте к старой железной дороге. Оттуда вы попадете в порт. Мы с Кэтрин вам поможем. Ясно, понятно. Так, и что, куда идти? Давайте для начала посмотрим, есть ли здесь что-нибудь. Оттуда не пускают. Ладно, давайте посмотрим, что у нас здесь. Отлично. Дневник Борисова. Запись 6. Не понимаю, как сюда попал этот человек из будущего. Разве такое возможно? И когда он вернется? Я должен все для него подготовить, пока не поздно. Продолжаю исследование. Че он там сказал? Спуститься куда-то надо? Дневник Борисова. Запись 1. После этого инцидента я был вынужден запереть башню. У лифта собралась толпа, явно не настроена на переговоры. Осциллограф. Так, записка еще одна.
Дневник Борисова, запись 3. Нашел сеть охлаждающих туннелей, которые связывают основные здания на острове. До открытия Е-99 по этим туннелям можно было пробраться в пещеры. Да погоди ты. Сейчас спущусь я на лифте. У меня тут делишки не закончены. О-о-о. Вот тут что-то должно быть. Теперь патроны не надо тратить на замки. Доброе утро! Пора навестить друга! Дневник Борисова, запись 5. С этим Мишкой когда-то играла моя дочь. Она осталась с мамой. На каторгу я уехал один. Сейчас она уже взрослая. Интересно, увидимся ли мы еще хоть раз? Если да, то я верну дочке ее любимую игрушку. А пока этот Мишка помогает мне в опытах. Он хорошо умеет слушать. Спуститесь на лифтик старой железной дороги. Блин, такое ощущение, как будто он сзади меня стоял и говорил. Так, что там, багаж? Дневник Борисова, запись 2. Итак, я до сих пор заперт в башне. Продовольствие заканчивается. Иногда сюда заплетают секлещи одиночки. Возможно, ищут место для гнезда. Их можно варить, но обязательно добавлять антирадиационное средство по моему личному рецепту. Чеснок, душица и еще одно растение, которое встречается только на каторге и поглощает радиацию. Как ни странно, получается вкусно. Ну и, конечно же, водка. Тоже поглощает радиацию. Как в сталкере. Лифт доставит вас к старой железной дороге. Да я понял уже. Не надо мне говорить 10 раз. Дневник Борисова. Запись 4. Я подготовился к встрече с человеком из будущего и расставил по всему острову специальные установки, которые помогут победить Демичева. Надеюсь, они пригодятся ему, моему гостю. Так. Так, где оно? Вот. Модернизатор. Итак, что у нас? Пополнение запаса здоровья за каждое убийство. В принципе, только его мы и можем купить. Импульс. Импульс не надо нам. Крепкое здоровье. Энергетик увеличит максимальный запас энергии МВП. Железные легкие увеличит максимальное время задержки дыхания. И улучшение оружия. Давайте. Вампир. Я думаю. Капитан, забирайтесь в лифт. Он доставит вас. Хороший выбор. Все, все, иду я в лифт. Не бубни там. Долго-то ехать. Так. Что за треск? Что-то горит? А, вода. Я думал, что-то горит. Отлично. Так. О, что-то новенькое. Отлично. Так, заморозка. Нажмите и удерживайте Е, чтобы накопить энергию, и нажмите мышь 1, чтобы выстрелить. Заморозка — это создание сферы, внутри которой замедляется течение времени. Так, ну вот как раз сейчас мы на вентиляторе, это мы спробуем.
Прикольненько. Так, модификация оружия. Так, что мы имеем? Есть ли у нас какие-нибудь тут возможности? Нет ничего. Блин, уже столько пройдено, а мы нифига толком не нашли такого. Вон, кстати, для оружия. Ну, я так предполагаю, по этому туннелю можно пробраться туда. Так и есть. Отлично. Можно автоматик теперь немножко заделать. Урончика прибавить. Хотя у нас он и так нормально шпарит. Но... все же. Отлично. Так, а это что у нас за слизь такая? Наверное, перепрыгнуть надо. Ой. Перепрыгнул. А, все равно надо по низу идти. Так, там мне показалось, или что-то на трубе написано, нет? Нет, уже глюки. Фу, мерзость. Ой. Ой-ой-ой. Ренка, ты меня слышишь? Ты живой? Ай, черт. Блин, вот в таких играх я больше всего ненавижу вот этих всяких жучков, паучков. Ж такие твари, что... от них не отделаешься. Экс. Да, вот для таких вот ружье нужно. Чит. Собрал. Отлично. Я так понимаю, вот это вот, это коконы, они лопаются, наверное, или взрываются. Оттуда эти жуки вылазят. Не зря же их можно сломать. Так.
Но... В принципе, все, да? А, не понял. А дальше? Винтель какой-то. Ой-ой-ой-ой, побежали, побежали. Покинуть канализацию. Ай-яй-яй-яй. Так. Оп. И... Бегом. Беги, беги, беги. Не останавливайся, беги. Не тормози, беги, беги, беги. Беги, беги. Давай, 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 давай. Фу. Че эти твари там? Все стоят. Тварёги. Фу, нифига их там просто. Ух ты! Доигрался, блин. Там их целый километр. Офигеть. Так. Прошло столько времени, но она все еще жива. Так, вот это жесть. Неужели придется сражаться с большой паучихой? Да не то слово. Блин, как я их ненавижу. Просто, вы не представляете себе. Она тебя чует. Так, а такое ощущение, там это, кто-то ходит, что ли, где-то, что-то тряслось так все. Вот. Так.
кажется, сейчас приближаемся к какой-то большой, очень большой... И люк закрыли. О, мама. О. Ух ты! Да чтоб тебя! Воу-воу-воу! И как тут? Тут без раны вообще... Я все аптечки потратил. Как я с ней буду воевать-то?